Представим, ребят! Палку-копалку мне, пожалуйста, босс. Итак, слева парень! Давай, Александр. Хорошее жизнеутверждающее слово такое. Всем привет. Я приехал из Камышлова. Ты поспал хотя бы, нет, пока ехал? Да, в поезде 17 часов целых спал. Ты спал? Спал. Тренировался, Грэ. Тарелочка, тарелочка, на стульчик, пожалуйста, Вовачик, посмотри. Ну, а потом пристрою, сказал, что нам сделать потом, ну ладно. Просто какой будет? Пусть будет, как и мой город, Камышлов. Как? Камышлов. Может, Камыш просто лучше будет? Камыш поинтереснее, давай, Камышлов, Крей Выгович. На, держи, какое у тебя прозвище? Приветствую всех, я из Башкирии приехал. Тоже боксер? Нет, вообще боец. Боец. Хочешь, ты будешь борцом? Давай. Да, можно, давай. Можно борец. Башкирский борец. Все, поехали. Башкирский. Слава. Башкирский борец против Камыша. Поехали, дамы и господа, расстрелка Казань. Давай, удачи. Парни, на середину. Итак, вы пришли на стрелку, парни. Вы этого хотели, вы этого добились. Теперь постарайтесь добиться победы, каждый сам за себя. Руки пожали. И по углам. Готовится пятая пара. Дилшотбек, Камалетдин. Готов? Готов? Поехали, бой! Давайте поддержим, дамы и господа, бой простых парней. Камыша и борца. Не чувствует ударов. Камыш идет. Ух, на пролом. Стоп. Я пропустил, Николай, за вас такого леща. Там нога была, по-моему. Сюда. Давай, пошли со мной. Хороший там. Да, я еще не увидел. Нога? Увернулся. Я тоже ногу там увидел. Все, это все. Перекурить. Достал сигареты. Дал всем возможность перекурить. Давай, иди сюда. Да, друзья, бывает и такое. Все смело вышли на ринг, но пропущенный удар бывает решает все. И вот она победа! Аплодисменты! Руки пожали! Возьми микрофон, толкни речь. Камыш, ты восстановился, готов дать еще не вылез из камышей, ты что не видишь? Дай лучше микрофон борцу. Камыш пока еще в камышах. Скажи, как ты это видел от первого лица, этот удар? Удар я, если честно, почти не видел. Я всегда задаюсь таким вопросом, а пролетел ли единорог перед тобой? Нет, не пролетал. Не пролетал. Ну, давай микрофон борцу. Всем спасибо, кто болел из моего города. Простите, что не оправдал ожиданий. И спасибо моему сопернику, хотя бы за короткий, но хорошо. Насыщенный. Восстанавливайся, спасибо. Тебе не стоит извиняться, друзья. Давайте проводим его вашими громкими аплодисментами. Спасибо тебе. Готова следующая пара? Ну и... Порхай как бабочка, жаль как пчела. Это про тебя сегодня. Что сказать? И вот опять, как и я и сказал, говорит. Сопернику только уважение, он вышел со мной. Ну, я тоже не боец. Также хочу сказать привет, салам всем моим родителям, там, друзьям, братьям. И также хочу поблагодарить одного человека, который со мной приехал из Башкирии. Я очень рад, благодарен. Спасибо тебе, Женька. Вот такое послание, держи, спасибо тебе за отличный бой. Парни, вам спасибо.